В Новгородском районе прошел второй фестиваль «Тесово-фест». Под открытым небом главной станции Тесовской узкоколейной железной дороги собрались любители ретро-техники и рок-музыки. Хедлайнером концертной программы стала легендарная группа «Чиж и компания». Самые интересные моменты праздника в репортаже Анны Вихровой. Моросящий дождь на соревнованиях по оффроуду даже сыграл на руку участникам, добавив зрелищности во время езды. Внедорожники на время преодолевали закольцованную лесную трассу. В грязи оказались не только сами машины, но и их владельцы. Вот этот вездеход без окон и крыши был собран из разных запчастей. Это я делал 6 лет, но по факту я просто делал как это, наплывающее. Один год делал покрышки, другой диски, третий раму, там, ну и так это. Острой необходимости не было, поэтому, как говорится, как хобби получилось, она надолго растянутая. Главная прима Тесово-феста – большая сцена, которую собрали для выступления рок-групп. Они играли в течение всего дня. Как водится на подобных мероприятиях, без песен Цоя не обошлось. Конечно же, пока песни поются, значит он жив. Хорошо известные всем композиции исполнила питерская группа «Конец фильма». И все-таки Тесово-фест – это фестиваль не столько про музыку, сколько про технику. Здесь экспонаты из музея узкоколейной железной дороги, тракторы, мотоциклы. Выделяется хорошо знакомый всем «Желтый карус» и выставка ретро-автомобилей. Есть любители из Новгорода и северной столицы. Офицер НКВД погружает и нас в ту эпоху. На ваших глазах производит перевоплощение. Так, отлично. Мы из будущего 3. Начало съемок фильма. Прямо хороша. Ой, ну прямо вообще. Ну... Эта машина, ну она сама по себе уже легенда, потому что их осталось не очень много. А главное, что эта машина сама по себе несет историю через кинематограф. Она снялась больше, чем в 20 фильмах. «Черный воронок» все хорошо знают. Именно на них сотрудники НКВД приезжали арестовывать. Поэтому машина вселяла ужас при появлении во дворе жилого дома. На этом же автомобиле разъезжали высокопоставленные государственные служащие. А вместе с ними исключительно красивые женщины. Не из простых. Простые не могли себе позволить такие машины. Высший свет, интеллигенция, да. И пока гости фестиваля фотографировали технику, к главной площадке приезжает хедлайнер вечера – группа «Чижико». Для музыкантов это шанс встретиться со своей публикой. Последний год для всей индустрии выдался не из простых. Концерты и фестивали отменялись в самый последний момент. Я учился искусству вязания. И, наверное, получается, да. На полном серьезе? Ну. Что вяжете? Шарфы. Пока только шарфы. Всех своих знакомых обеспечил шарфами, как будто у них по 38 жизней еще осталось. Но пока можно выступать и петь, вязание отложено в сторону. И группа исполняет свои главные хиты на Тесово-фесте. А не выйду мысли, новый жанр попсовый мотив. И стихи, и всю жизнь получать. Из Новгородского района Анна Вихрова, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.